Залезай, говорит она. Залезли. Ничего не видно. Так, не смей со мной разговаривать. Что за дела? Остановись, мы почти на месте. Ангар в другой стороне. Я знаю. Ну тогда куда ты двигаешь? Я скоро буду. Что? Эй, вернись! Боже, это мой корабль. Эй, Дэнни, что мы здесь делаем? Я своими глазами хочу убедиться. Так, друзья мои, всем привет, с вами Кентавр, добро пожаловать на продолжение игры The Callisto Protocol, долгожданное продолжение, потому что, как бы, да, меня немножко не было, 5 дней в Ютубе, поэтому, ну, вы поняли, вот так вот, с задержкой. Что ж, идем дальше, идем смотреть, идем осматривать. Напоминаем, что мы тут делаем, нас эта вот женщина спасла, хоть мы ее как бы не любим, она нас не любит, она нас почти что ненавидит, но по-любому она вот приехала на этом снегоходе, и вроде бы мы двигаемся дальше. А это корабль, на котором мы здесь и разбились. Вот в чем нюанс. Что у нас есть? Две хилки. Это у нас расшифровщик. Здесь у нас патрончики 9. Здесь у нас 8 для дробаша. Но для дробаша, походу, у нас больше. Хорошо. Пушечка и так далее. Ну, для дробаша больше, значит, выбираем дробаш, да? Да, это дробаш. На 4 патрона. Дэнни, какого хрена ты делаешь? А реально, что она делала? Что она здесь хочет найти или убедиться? В чем? А ты бежать быстрее не можешь, да? Помните, нас отсюда забирали, как бы, да, с этого корабля? И посадили в тюрьму. Так вот, это и есть корабль. Блин, так это место, то место, которое, на котором умер этот мой напарник. Офигеть, погоди, а что там, мне вообще не видно ничего, да? Ага, понял. Так-с. А сейчас интересно. Получено достижение, место крушения. Хорошо, достижение в стиме. Стоять. Ты кто? Или ты что? Здоровье, круто. Это грузовой отсек, кстати говоря, был. Грузовой отсек нашего корабля. Ну, спускайся, давай, что-то. Хорошо, не хочешь. Друзья мои, не напоминаю, если вам игрушка нравится, если вы хотите увидеть продолжение, чтобы все было как бы как раньше, чтобы все шло гладенько, с вас, вот она, по-любому лайк, подписочка и так далее. Берем патроны. Не забудьте, да, оценить видосик. Эй, что ты делаешь? Что там? Медикаменты? Херня. Открывай. Зачем? Я так знала. Так сказала, мы никуда не поедем, пока не откроешь. Ладно, сейчас. А что там? Что? Как я сказал. Но, согласно записям, ты осуществил множество, а что там? Ну да, еще дюжина грузовых судов. Никаких отговорок, я знаю, что ты делаешь. Слушай, я не причастен к тому, что ты знаешь. Да что с тобой? Это имплант, с ним с ума сойти можно. Ага. Ничего не сходится, но я все выясню. А пока лучше соберись. Кто-то не должен. Кто-то же должен увести нас отсюда. Ладно, поехали. Допустим. Она думала, что у нас на борту другие нюансы есть, да? Сюда. Следовать за Дэнни. Она такая, Дэнни. Так что ты ожидал найти? Что за тряска? Биооружие Аюк. Я отследила его путь с Европы сюда. К моему кораблю? Думала, что так. Это тряска какая-то непонятная, да? Да. Впереди диспетчерская. Приготовься. То есть, зомби...
свежевыпеченные, да, и все в этом духе. Все, как мы любим. Но. Диспетчерская, значит, диспетчерская. Там что-то есть. Погоди, мадам, я здесь могу что-то... Блин, так все красиво здесь, когда у нас ничего не разрушено, так красиво все смотрится, да? Ну, мы сейчас вместе будем, кстати говоря. Позвольте первым поприветствовать вас, Калиста, конечно. Не, я уберу этот текст, уберу фон, погоди. Зачем все ставят этот фон? Я не пойму. Как его убрать? Прозрачность, фон, выключить, все. Да, он реально, он помогает при чтении, но, блин, пол экрана тут закрыл. Знаешь, тогда зачем ты так сделала? Я торопилась, не было времени на передачу данных. Мне нужна любая информация о том, что здесь происходит. Ты просто вырвала имплант? А ты такого не делал? Не с теми, кого я знал. А ты точно его знал? Или только использовал, чтобы сбежать? Не понял. Я готов. Готов к жести. Все как обычно у нас тут. Ты. Корабль находится на орбите. Я активирую удаленный вызов. Из соседней комнаты можно добраться на лифте до посадочной площадки, а оттуда мы отправлялись. Я знаю. Хорошо. Хорошо, идем дальше. Ящики, про которые все говорят, что я типа их не открываю. Вызову лифт. Да погоди ты. Мадам, жди меня, блин. Расшифровщик, восстановитель, что-то там. Понял. Но они вроде мирные. Ну, типа... Только посмотри на эти тела. Они всех убивают. Видимо, кто-то пытается скрыть, что здесь происходит. Блин, да хрена здесь. Займет минутку. А, смотрите, попробуй найти что-нибудь. Блин, нас сейчас так жестко здесь будут, походу, бить, валить и мочить, что я прям не представляю. Я предчувствую прям, понимаешь? Новая автоматическая запись. Доктор Кейтлин Маллер. Good. Very good. Very, very, very. Very good. Стоять, куда пошел? Во. Нет. Понял. Вентилятор. Она говорит осмотреться. Зачем? Следовать за день. А вот зачем? Сломались, робот, сломались. Надеюсь, все взял, все, что нужно было. Вот тебе и лифт. Поехали. Я сам ждал, как бы, продолжения этой игры, потому что мне она, как бы, нравится. И я думал, блин, ну когда же у меня времени будет? Времени на эту игру. Но, увы, ах, 5 дней, как я уже говорил, или 5, или 6. До дней видосика вообще на канале не было, поэтому извиняюсь. Бывает такое. Почти на месте. Так, да, так есть. Без тебя бы я не справился. Я знаю. Ты не слишком-то удивлена? Чем? Происходящим, какая бы хрень ни случалась. Видела нечто подобное раньше, на Европе. Европа? В новостях сказали, это твоих рук дело. Пропаганда о юг. В жизни не все то, чем кажется. Как я и тот груз, который, как ты думала, я вез. Возможно. Хочется так думать. Воу-воу-воу-воу-воу, мы уже на стартовой площадке? Серьезно? Типа мы сейчас закроем игру, закончим? Или как? Вот и он! Корабль, блин, твою мать! Еще 2 минуты, как раз вовремя. Его вызвать надо. Сумеешь им управлять? Я могу управлять чем угодно, особенно если мы на этом улетим отсюда. Что ты делаешь? Это не я. Нет, но мы должны принять то, чем не в силах управлять. Хотя, я восхищен, что вы так далеко зашли. Все же у вас есть потенциал. Мистер Ли, мисс Накамура, ваше путешествие продлилось особенно долго. С самой Европы. Что ты сказал? Боюсь, что на кону стоит слишком много.
а протокол нельзя нарушать. На этом ваша жизнь оборвется. Знаете, что я вас уважаю. Сабнатика! Живо! Живо! Прям напомнило, прям. Джейкоб, хватайся! В смысле? Не понял. А чё, куда? А в смысле, а как я здесь вообще выживу? Это же нереально! Твою! За ногу! It's not real! Ходим вправо. А как выжить? Я же вообще падаю в жопу. Блин. Есть. Ё-моё. Ты прикинь, как низко мы упали. В смысле, как далеко вообще пролетели. Мы так долго добирались наверх. Так долго. Жесть. Я вообще в шоке. Вернулись. Я не знаю куда. В жопу мира. Типа мне еще хреново, да? Потому что так немножко штырит. Дэнни? Да какая Дэнни? Она ж там, наверху там осталась вроде, не? Дэнни? Ну типа да? Под землей. Джейкоб. А ты она здесь? Джейкоб! Давай, нам пора. В смысле, она со мной упала? Скорее, все взыпется. Прикольно. Меня это радует. Ну, хреново, конечно, но что поделаешь. Радует, что мы вдвоем. Блин, такие костюмы у них классные, вообще шикарные. Черт, деды мы. Я же сказал, жопа мира. Стой, погоди. Блин, корабль, который, на котором мы должны улететь, сломали, взорвали. Консоль еще работает. Боже, это Аракс, Аркас. Что это? Аркас, исходная колония, поверх которой потом построили тюрьму. Поблизости есть лифт, на нем можно добраться до транспортного узла, затем пересечь колонию и вернуться в черную жесть. А обратно в черную жесть? Нет уж. Хрен с два. Мы чуть не сдохли, пытаясь выбраться из черной жопы. Речь не о победе, Джейкоб, больше нет. Тогда о чем речь? Об ответах, зачем начальник тюрьмы уничтожил свой корабль? Как это связано с Европой? Мы просто хотели провернуть очередную работенку. Это безумие. Я знаю. Но какой у нас выбор? Пойдем. Здесь небезопасно. Мадам, да тут вообще везде небезопасно. О чем ты? Так что случилось с исходной колонией? Ее забросили, как и Калиста. Пока здесь не построили тюрьму. Ой, как же надо как-то зарабатывать. Так. Мы шутить не можем, да? Удивлен, что питание работает. Эти старые ядерные генераторы делали на века. Блин. Звучит, как будто ангар все еще рушится. А я думал, типа, свет будет. Не понял. А чё? Где? Почему? Куда? Стоять? Ага. Блин, не работало? Не работал подъем? Заработал. Но мы опять. На карте был служебный проход несколькими уровнями ниже. Может, как-то мы быстрее там окажется в колонии. Надеюсь, что этот твой план сработает. А других нет планов.
становится хуже. Надо спешить. Конечно. Конечно. Блин, а мы зобаков давно не видели. Мы на месте, верно? Да, но я вижу... Не вижу лифта. Сломан. Черт. Он сломан. Так и думал. Надеялась, что нам повезет, но здесь все не... На части распало, рассыпается. Что ж, должен быть другой план. Путь. Давай его найдем. Пошли. Блин, пешочком. Но, как бы она нам будет помогать, мы ей, поэтому тут мы вдвоем и... Думаю, что все у нас выйдет. Все получится. Давненько. Надо еще привыкнуть к управлению, к боевке и так далее. Потому что все-таки недельки... Без игры Каллиста. Я не понял. Это как? Странно, он вообще упал вниз. Очень странно, я думал, быстрее как бы свалится. Осторожно. Ну, спасибо. Че, говорил, мы вдвоем будем, да? Ага. Размечтался. Я в порядке. Спасибо. Вижу другой путь, встречу тебя там. Будь осторожен, здесь хуже, чем я думала. А, отлично. Найти другой способ спуститься вниз. Нормально. Давай. Здесь же, да, не? Ну, мы как бы... Ну, нам же вниз надо. Да нифига не видно. А здесь все не обрушится. Старайся об этом не думать. Падаем, да? Сюда? Блин, я вроде не тяжелый как бы. А где она? А где она? Странно. Так, нам же вниз надо, да? Задание, найти другой способ спуститься вниз. Ну да. Ну вот он, другой способ. Прыгаем туда, ныряем и все. Не? А, вот он способ, нормальный способ будет. Сейчас, погоди. Туда пойди. Не хочет. А сюда? Тоже не хочет. Мне прям прыгать туда, что ли? Да, как бы не вариант. Давай обойдем, понял. А ты немножко побыстрее шустрить не можешь? Не хочешь, да? Не работает здесь shift, поэтому мы как бы двигаться быстро здесь. Да она как лошадь ходит. Там завал. Короче, получается, нам дали одну часть этой башни. Ей дали другую часть. И мы вот туда-сюда, короче. Один туда, один сюда. И спускаемся по чуть-чуть. Но очень странно, что здесь вообще живности нет. Но... Как бы удивляться не надо, потому что сейчас появится... Живность. Нашла лестницу, спускаюсь. Молодец. Я тоже как немножко опустился. Вот, а вот смотри, камень держит. Видишь? Красота какая. Давай, наверх. Кому говорю? Вперед. Перелазь. Я даже за оружие даже хвататься не должен, потому что здесь вообще мирно, спокойно. Ну, кроме того, что меня как бы... Завалить эта база вся может. Блин, как же печально на самом деле. Я думал, что мы все чуть ли там закончили, корабль там. Сюда нашла проход. Да, я иду. А, еще ниже. Да я иду. Здесь недалеко. Да погоди ты, чё ты? Он бегать не хочет, не знаю почему. Не дает игра бегать. Еще несколько шагов. Да я понял, чё ты? Скорее! Ну же! А чё нет? Давай еще ниже упадем. Нормально. Так не говори, что опять в говно упал. Не понял. Фига себе, я надолго походу отрубился.
Там как раз стена для него есть. Специальная такая. Подъем. Прошу. Не сработало. А вот сейчас. Твою мать! Я испугался. Вот это вот я испугался. Вот этого я испугался. Перезаряжай. Что это было за хрень? Дэнни? Да иди сюда. Не знаю как, но эти твари и здесь есть. Они другие. Старше. Такс. Да, он не перевели, короче. Нужно добраться до транспортного хаба. Туда, что ли? Да. Ну... Я как бы в шоке, да? Мы спустились в жопу какую-то. Давайте еще инвентарь посмотрим. И опять нужно выбираться. Патроны 12-9, 12-12. На пистолет, короче, сейчас больше у нас стало. Хорошо, лечилка есть. Все, в принципе, у нас есть. Давай. Работаем. Работаем, друзья мои, работаем. Ничего не пропускаем. Вот, можно шифтить, нормально. Жить можно. Ну, поехали. Поехали. Запись потом послушаем. Нужно быть тише, да? Окей. Ага. То есть их много здесь будет? Блин, ну смотри. Ай-яй-яй, я же вас... твою ж мать. Но это же... Они услышат, да, как я ломаю этот ящик? Не? Нормально? А у меня не полное здоровье. Инвентарь... В смысле? В смысле? В смысле? Не-н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 е. Нормально сейчас. Сейчас я сделаю себе полное здоровье. Давай. Замечательно. Ну? И забирай. То есть я бежать сейчас не должен, да, или как? Снова они. То есть вас много сейчас, да? Что-то взрывающееся есть? Ой-ой-ой. Не надо тебе сюда, не надо. В смысле? Твою мать. Не получилось. Слишком близко было. Стой. Куда пошли? Пошли. Поехали. Да не бей ты, говнюк. Нормально же общались. Все было нормально. Пока ты вот так вот не сделал. Тихо. Парни. Ой, как вас много. Ой, первая смерть сейчас будет. Перезаряжайся. Давай. Пошел отсюда. Они реально мощнее. Стоять. Нормально, справимся. Куда пошел? Ушел, есть. Нормально. Оружие другое бери. Взял другое оружие? Пошли, погнали. Рукопашка пошла. Сам сдох. Да не, я же справился, блин. Ай-яй-яй. Сейчас будет. Ху, до конца. Было же прям до конца. А где это еще? В смысле? Забирай. Я же был прям там. Ну, в смысле, прям конечная такая была. Опля, стоять. Ага. Нам можно и туда, и сюда, а? Чё-то хорошенькое есть, не? Лут? Смотри, стопудово это место для лута, да? Да, я вижу тебя. Слышу и вижу. Давай на тебя потренируюсь. Вырезай рядочку.
Ой. Ну? Есть куда тебя впендюрить? Щупальцы. Блин, патрончик подать только на него. Перезаряжайся, перезаряжайся. Но мы берем все, блок, аккумулятор. Опля, стоять. Чувак, ты здесь давно? Да, видишь, тут можно и туда, и сюда, нормально. Но я понимаю, что сейчас они со стены вылезут. Давай это поломаю. А то мало ли. Смотри, у меня сейчас инвентарь, короче, заполнен. Но чисто ради интереса нужно глянуть, что здесь есть. Блин, тут везде можно. И туда, и сюда. Да, извиняюсь. Сломал, типа. Я в шоке вообще, куда мы сейчас залезли. Страшно. Ты меня не слышишь, да? Я понял. Да-да-да, не торопись ты, да, я тебя сзади. Во. Отлично. Вопрос. Куда мы зашли? Хм. Ползающий. Ну ты тоже меня не слышишь или как? Ха, нормально. Все, щупальцы не вылезли, нормально. А можно мне здесь что-то продать? Там машинку дайте мне машинку для, это, для продажи. У вас же были такие машинки, не? Вот, я же говорю, лутабельня, блин. Взяли здоровье. Взяли... У меня еще место, если все беру, беру, беру. Я вообще поражаюсь. Здоровье, если вдруг... Вот тут, скорее всего, вот это все в нас не влезет, так как инвентарь все-таки не резиновый. Но что-то взял. Боеприпасы. Инвентарь заполнен. Инвентарь за... Что там такое? Я понял. Что-то нужно потратить. Погоди, давай открою, глянем, что там за дверью. А, мне кажется, я вернулся. Да. Блин, дайте продать. Что могу скинуть? Здоровье у меня сейчас полное, да? Да, здоровье полное. Давайте посмотрим, что можно скинуть и что мне вообще не нужно. Вот из этого. Расшифровщик. Компоненты, которые можно по умеренной цене обменять. Понял. Это что у нас? Новый преобразователь энергии. Блок аккумуляторов для силовой перчатки. Я не знаю, как бы. Новый расшифровщик. Пусть будут расшифровщики здесь. У нас, в принципе, есть все, да? Да даже и патроны есть. Все, поехали. Поехали. Кое-что взяли, патронов как бы набрали. И увидели, скажем, новую локацию. Или ту же локацию, но с другой стороны. Да, это мы вот отсюда пришли. Ну, сейчас давай туда, короче. Но я тебе помогу тихо, да, чтобы они не вылезли со стены. А то мало ли. Ну, так вот сделаю. Там здоровье? Нет, там не здоровье. Так, ну. Снова они. Нормально, нормально. Сейчас нормально будет. Короче, нужно им не давать подняться. А перчатка же у меня залита, да, этим энергией? Нет. Да, блин, надо было... Надо было ее зарядить. А могу ли я сейчас туда подняться? Чисто ради интереса. Вот сюда вот, да? И взять эти вещи... Да не, не сюда, где там дверь была-то? Я же спустился. Вот сюда вот. Есть такая возможность? Открывается дверь с этой стороны? И у меня же... Да, открывается. Ящик еще открыт, замечательно. Что могу взять? Преобразователь для перчатки. Для... Да, 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 да. Берем, 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 берем. Все, забил? Забил. Блин, вылез. А что ты вылез-то? Падла. В смысле? А что все вылезли? Твою же за ногу. Как же так? Чуваки, здрасте. Да стой, пойди, да погоди, 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 погоди. Я перезаряжусь сначала. Держимся. Патроны.
Патроны! Бери другую пушку. Не все сразу. Господа, не все сразу. Дай я выйду отсюда. Дай выйду. Дай выйду. Да, что нет? Что, серьезно? Да, вылези. Все, местечко есть. Нормально, жить можно. Поехали, давай! Ай, не успел. Еще одна попытка. Давай сейчас буду, я не знаю, поаккуратнее, потому что просыпаются эти. И тревожат всех. Кого даже не надо. Сейчас вот этот... Тихо. Открою. ХПшечка, да? Брать не могу, потому что инвентарь заполнен. ХПшечка у меня ровная. Меняем оружие. Вроде бы все зарядил. А, отлично, я пошел. Да хрен с вами, иди сюда. Пошел. Сюда пошел. Да? Поехали. В смысле? Как это? А биться кто будет? Да, конечно, все проснулись, конечно. Да, тихо. Тихо. Парень, тихонечко. Нормально. Понял? Ты превратился, я понял, ты грозный мой парень. Грозный, очень грозный. Сейчас мы с тобой разберемся. То есть, в принципе, можно было как бы разобраться, просто нужно понимать, что... Если ты с этими борешься, те просыпают. Если ты с теми борешься, эти к тебе приходят. Понятно. ХП дай. Здоровиться. Что это было? Что это за страшные такие звуки были? Ну, уже плюс, да? Жестко. А с вас что-то подберу? Ну, кредиты я еще собираю с них. Погоди, если я сделаю... А, надо, во-первых, перезарядить. Во-вторых, давай 4 патрона. Во-вторых, берем пистолет. Во, вот так вот надо. Перезарядить. Все скрипит, конечно. Это скрипит же, да? Или что это за звуки были? Кто там опять появился? А реально, кто появился? Они должны были. Блин, везде эти твари гуляют, везде. Поехали. Не забываем, да, друзья мои, что это у нас немножко хоррора, поэтому не без этого. Да, иди сюда. В смысле? А чё ты не дох, подыхаешь? Короче, далеко был. Далеко был, поэтому не подыхал. Но, ага. Кредиты Калиста. Так, друзья, что у нас здесь есть? Есть ящики, которые в меня уже больше не влезают, скорее всего, да? Да, конечно. Конечно, здрасте. Давно тебя не было. Красота. Что там было? Дай кредиты. Деньги, короче, сожрала эта тварь. Столик будет? Опять чертеж боевого... Боевой пистолет, а у меня что, не понял? Пластмассовый? Ну, в смысле, как бы этот. Чем стреляет? Да иди ты. Хорошо, идем дальше. Ничего не пропускаем. Лесенка, стоять. Скафандры, все нормально, все в норме. Без паники. Угу, спасибо. Сейчас, погоди, я, наверное... Вот этот чертеж, нужно тоже его изучить. Так, я, наверное, все-таки хпшечку себе волью. Возьму чертеж для перчатки, потому что почему бы и нет. Он нам очень нужен. Аккумулятор, то есть, для перчатки вот так вот.
Блин, со звуками разработчики в этой игре реально, реально постарались. Прям очень. Ага, еще есть. Ага, здоровье, вот тебе здоровье. Со звуками они реально постарались. Тут прям такие, прям непонятные звуки. Вроде бы ничего не шевелится, ничего не двигается, а где-то что-то там все-таки. Разработчики дают тебе понимать, понять, что... Что ты не один! Почему два выстрела? Говнюк. Я трачу на тебя. Патроны. Патроны. Стена где? Нет! Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту! Какая фигня, блин! А почему? Охренеть. А почему у меня не получилось отбиться? Я же типа Е нажимал. Странно. Фу, как ты меня испугал. Я думал, все, один, я с ним справлюсь, а тут Натя. Это мы где сейчас? Давай, давай, поближе, 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 поближе. Вот так вот, вот так вот. Двое даже. Щупальцы. Да, тихо ты. То есть сейчас вырвалось двое отсюда. Тогда был один, сейчас двое. Вообще идеально. Так, стяж, что, не вообще ничего не падает? Все сломали меня. Здоровье сломали, все сломали, короче. Вот тебе здоровье. Фу. Нормально, нормально, нормально. Сейчас забираем все обратно. Ну окей, еще одна попыточка. Папочка, папочка, давай спускаемся. Сейчас посмотрим. Помнишь его, да? А это потому, что нужно им не в голову стрелять, а якобы в живот, да? Только поэтому. Заряжен? Заряжен. Ты прям сюда бежишь? Но. Поехали, 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 иди. А эту тварь надо прям заранее убить. Смотри, оп. Не, меня, меня, меня. Вот так вот, тварь. Вот так вот, понял? Понял, как нужно? Раз знаешь, какие места есть, да? Блин. Звуки великолепные, великолепные. Сейчас, секундочку, секундочку. Что у нас здесь можно пропустить? Ничего нельзя пропустить, значит, мы ничего не пропускаем. Берем эту штуку сюда. Ломаем ногой. И забираем то, что мы не можем забрать. Вопрос. Вопрос, вопрос. Я могу же бросить, да, вот это вот дело. И вот просто бросить. Оно же не потеряется? Нет, оно здесь. Смотрим. Хочу понять. Перчатка заряжена у меня? Не заряжена. Вот, заряжаем сейчас перчаточку. Забираем вот это вот дело. И... Ты кто? А ты не работаешь? Или... А, работает. Загрузка чертежей, наконец-то. Загрузка завершена. Отлично, чертеж боевого пистолета мы с вами замутили. Ну, не замутили, а изучили. Силовая перчатка. Дробовик. Полицейский дробовик ТК, что-то там. Боевой пистолет. Я не знаю, что. Боевой пистолет изучать. Да какой изучать? У меня денег нет. Почему-то 400 очков. Только 4, не очков, а денег. Почему так мало? Оглушающая дубина. Что можно еще здесь сделать? Контратака с блоком. Как бы ее можно еще лучше сделать, да? Защита с блоком. Блок. И ответный урон, допустим. Оболочка из сплава. Повышающая скорость. Перелом при блоке. Улучшенная, блин. Короче, есть смысл все-таки эту штуку улучшить. Реально есть смысл. Дробовик. А у меня как называется дробовик свой? Мой. Свой, мой. А, полицейский дробовик ТК-4, да? Давай, открывай. Это пистолет. Это силовая перчатка, дробовик. Это вообще другой дробовик, который мы еще не купили. Полицейский дробовик ТК-4. Вот что у меня как бы.
А, устойчивость. Нафига мне устойчивость качать, не знаю. Здесь можно урон прокачать. Задорого, кстати. Хотя за 300 нормально, но сначала нужно вот это вот замутить. Вопрос только есть емкость магазина. Побольше. И что там еще будет? Короче, копим деньги пока. Пока копим деньги, потом будем решать, что будем качать дальше. Понимаете, что в чем дело? Ты меня не видишь, серьезно? А вот сейчас видишь. Твою мать, а? По два патрона. Короче, в чем дело? Я снимаю сейчас, у меня примерно час 30. Час 40, короче, час 40 ночи. И моментами есть, когда игра говорит, что отдай, я его напугаю. Вот и пугаюсь. Понимаешь? Хоть я не пугливый. Такие игры меня вообще не пугают, но все же. Моментами. Блин, какая детализация. Однако. Кстати, перезарядил я. Че, прям отстал? Просто так? Да ну. Да, это было близко. А че не перевели-то? Разработчики? Как это так? Ну не разработчики, а ну хотя да, разработчики. Да тихо. Надо было перевести. Типа это было близко. В переводе. Я свою мадам эту найду сегодня, не? Каушен. Каутион. Каутион. Каушен. Такое ощущение, что я здесь был, не? Преобразователь энергии. Хорошо. Я рад этому. Видей. Вот тут. Как же ты меня пугаешь каждый раз. Почему он не тыкает ее? Парни, ко мне. Туда. Сюда. Туда. Двоих взял. Где у нас поближе? Вот поближе есть, да? А, вы еще приходите? А, вы меня не слышите сейчас, я понял. Ну, типа сзади, что ли? Подкрадусь. Есть такая возможность? Типа не тратить перчатку мою? Ну, нет меня здесь, нет меня. Развернитесь, развернись, иди в обратную сторону. Нет тут никого. Да вообще никого нет, я говорю, блин. Чувак. Да нет, твою мать, никого здесь. Вот так вот. Стелс — это мое второе имя. Понял, да? Взяли. Тихонечко взяли. Этого прямо обойду с этой стороны. Вот так вот. Спокойно. Да не. Нормально, нормально, нормально. Неожиданно, да? Неожиданно, что в этих играх можно еще по стелсу. Вот так вот. А вот оно. Можно. Так, что вы здесь прятали? Взрывающаяся хрень. Надо знать, что они есть. Где-то там, надо их как бы находить. Искать. Столько всего здесь, столько этих шипов здесь. Конечно. А что за звук такой прям? Громкий, очень громкий. Да не бей ты землю, что ты, в смысле, поднимайся. Тут солдат. Кстати говоря, с которого ничего не падает, да? Нет. Откуда эти катакомбы? Вопрос. Ну, типа, заключенные же работали, походу, в шахтах. И вот тебе катакомбы. Да стой, 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 стой! Да не кушай ты меня, блин! Как же вас выявить сразу? А у меня... ХП здоровье полное. Ну, почти полное пойдет, мне кажется. Сейчас больше ничего. Блин, я хочу продать весь этот хлам найденный. Нужно его продать срочно. Ну, не туда 100%. Фу. Я хочу найти эту
эту женщину, да? И дальше с ней тусить. Да не-не-не-не-не-не! Та-та-та-та-та-та! В смысле? Паблиш. Да чё ты? Паблиш. А, перчатка не работает, понял. Да иди ты же в эту стену. Да твою мать. В стену. Дайте мне предмет взять-то, ё-моё. Спасибо. Патроны. Потратил патроны и взял еще даже в плюсе даже, видишь? Красота какая. И еще даже беру даже. Вот так, а вы говорите? Да? Ну блин, для таких случаев я не хочу прям использовать перчатку. Понимаешь? Не каждый раз нужно использовать перчатку. Я, короче, я понял, я должен качать себе перчатку. Где? Почему музыка меня пугает? Вот где. Да, скорее всего, перчатку надо будет качать. А то она прям очень полезная, а пользоваться ею как бы... Ну, она очень ограничена. 3 подъема могу сделать. 3 раза могу поднять этих говнюков, и мне кажется, сейчас... А перчатки у меня нет, да? Аккумулятор для перчатки нет. Хорошо. Чё по патронам? Что у меня больше? Патронов 8, 12, 12. На дробаш больше. А нет, и тут 8 есть. Короче, одинаковые там и там. Где? Ну и зачем вы меня так пугали? Окей. Что хорошего есть? Шипы есть где-то? Пойдешь. Тут прям орда будет. А шипов, кстати, нет. Давай по стелсу. Давай, ты развернись, уйди отсюда. Сейчас я друга твоего возьму. А он не хочет туда идти. Получено достижение, отдача называется в стиме, прикинь. А, вот я и перчатка. Я возьму потом. Надеюсь, она не пропадет. Там взрывчатое вещество есть? Чё ты то влево, то вправо уходишь. Да не смотри на меня, нет меня здесь. А, отлично. Спасибо. Так, вас, как я понимаю, много, да? Или? Ну, можно разобраться. Давай сюда глянем. Вот опять этот паук гребаный. Ой, ты меня испугал прям. Здрасте! Ай, попал по мне, походу. А другие не слышат, да? А другим похер, да? Сюда иди. Мастер, даже не надо было. Она прям как бомба выглядит. Тихо, камера, что такая дерганая? Здоровья, спасибо. Понял. А откуда вы вылезаете-то? Давай потихоньку идем. Нет меня здесь. Их реально много. Парни. Мне нужна... А, тут тупик, да? Я понял. Твою мать. Тихо. Уходим. Давай бомбу. Успею бомбу взять. Нет. Я хочу попробовать. Вот это вот я понимаю. Понял? Даже не буду пользоваться этим. Потому что первый дает патроны.
Потому что второй... Вот-вот для чего бомба здесь нужна была. Ну как ее назвать? Бомба же, да? А здоровье что? Нет? Никак? Здоровье дай. Вот, спасибо. Окей. Так уж и быть. Почему подсвечивается? Все, идем дальше. Мы тут разобрались вроде бы. Да, я мощный такой, мощный зверь, короче, звери. Ты. Да, не понял. А как это понимать? Почему? Как же вас много? Как же вас много? Мне дверь открыть надо, походу. Найти карту доступа к туннелям. То есть еще дальше, да? Пошли. Сохранялка пошла. Ой, кого много. Ой. Да куда? В смысле? Кого ты там бьешь? Кто-то меня там херачит. Ой, попал по мне. ХП у меня мало, очень мало, очень мало. Где твоя мать? Тихо, я понял. Жесть, такого, мне кажется. Такого сто пудов не было, вот 100%, я не помню такого. Ну это жесть. Так, надеюсь, я начну с половины этого. Да, с половины локаций. Хорошо, хорошо. Давай, иди сюда. Не попал, да? Перчатку надо качать нужно. Вот почему не попал. Вторая попытка пойдет. Да не бей ты. Понял. Срочно нужно качать перчатку на дальность, на, я не знаю, эффект дальности, что ли, чтобы она дальше кидала. Вот же близко есть. А того нужно взять сзади. Дай кого-то сзади возьму. Да нет, меня здесь. Нет. Вот так вот. А, вы услышали? Да, ну серьезно? А, ну что, нормально. Нифига не услышали. Прикинь. Чуваки, нормально все, нормально, чувы. Ты последний? Это же хорошо. Стелс. Всем нравится стелс. Вот. Ну. Допустим. Ну, давай, дальше. Бей, гада. Нету, я понял. Хрен с ним. Здрасте. Вот так вот. Че это там? Фу. Итак, закончили с этой локацией. Однако протискиваемся, все как обычно, в самые узкие щели. Прям такие узкие. Как бы, да, шуржавые даже, но бывает. Это, видимо, транспортный узел, наверное, он хотел сказать, но это, наверное, А, я же, блин, у меня же был этот создатель, как его? Почему я не продал, блин, тот раз? Ё-моё, вылетело из головы, видишь, как все хотел продать. Не, что ты делаешь, в смысле? А, продать, вот, я же, как же я затупил тогда? А, новый расшифровщик. Ну, он же мне не нужен, не? Или нужен? Я продам. Он же только для продажи был, вроде. Расшифровщик 500. А, конечно. Конечно. Ух ты, вот это вот хорошо. Вот это вот прям must have. Прям и сейчас смотрим на перчатку. Я говорил про перчатку, помните. А, улучшение энергоемкости слабое. А мне нужно улучшение скорости силовой перчатки. Скорость, это не скорость, не. Улучшение энергоемкости, средняя энергоемкость. Дальше здесь у нас улучшение скорости перезарядки силовой перчатки, слабая. Нет, погоди, а здесь что? Увеличивает максимальную энергоемкость за счет перезарядки. Понял? Увеличивает максимальную энергоемкость за счет
увеличивает силу движения за счет демонтажа. Дополнительно увеличивает скорость действий. Противник будет серьезно ранен. Возможно, потеря конечности. Хорошо, вот это мне надо. Берем за 900. Да. Я перчатку должен качать. Мы далеко не докидываем. Это плохо. Давай еще раз, еще раз, еще раз. Там еще улучшение есть, деньги еще есть. И что там еще есть? Вот это вот дело. Улучшение, да? Ага. Все предохранители, замедляющие действия, демонтированы. Цель может быть поражена на практически летальной скорости. Странная хрень. Допустим, но денег у нас на это нет, да? Да. А увеличивает максимальную энергоемкость за счет, я понял. Максимально повышает энергоемкость силовой перчатки за счет, я понял. И выше здесь что есть? Улучшает скорость перезарядки. И максимально увеличивает скорость перезарядки силовой перчатки. Да-да. Короче, наверное, сделаю эту ветку. Все предохранители... Понял, но нету денег. Собираем деньги. Деньги, 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 наше все. Хорошо. Место освободилось. Да. Да, это очень хорошо. И меня это радует. Это меня очень... Смотри, какие генераторы серьезные. Так, я доберусь до колонии. Надеюсь, что и Дэнни там. Типа, так я доберусь до колонии. Что это такое? Почему это так звучит? А, это бур. Я есть в буре. Это бур, который... Я понял. Карта доступа, вот она. No power, but those cables lead to a generator. Блин, почему не перевели? Ну, он сказал, что эти провода ведут к генератору. Какие провода? Где это видишь провода? Там ящики есть, секундочку. Ну вот, типа, что-то вроде генератора. А, так они открываются. Ай-яй. А могу ли я их разбить? Нет. Да. Разработчики решили, что... Зачем текстуры сюда нужны? Нет. Но это вроде похоже на генератора. Но и там вроде похож на генератор. Дай, 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 выйди. Но он про эти провода говорил, да? Что они... Или? Так, я что-то не понимаю? Или как? Секунду, ты здесь тыкать ничего не можешь, да? Обесточено. Это мы поняли. Почему они синие здесь? А здесь красные. Нет? Нет. Мне же никуда карабкаться не надо. Я типа... Я обратно должен вернуться? Давай. Или туда пролезть? Нет, тоже нет. Пошли. Транспортное депо. Да, я понял. Но они вообще никуда не ведут. Danger. А, вот, да-да-да-да-да, провода. Ты реально обратно? Прикинь. Я же здесь всех убил, вроде нормально все будет. Или как? Кстати, спасибо. Место есть. Ну. Thank you very much. Погоди, я вас всех убью. Походу, да. Питание туннелей, да, понятно. И? Ага, карточка, вот она, где нужна была. Ну, мы типа по проводам идем. Обнаружить местоположение энергореактора. Провода ведут вниз. Нам нужно и туда, можно. Но я пойду вниз. Место пола. Опять вас много будет. Дай сюда. Опять вас много будет. Нет меня здесь. Нет. Тихо, 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 тихо. Я же сзади, сзади, сзади. Ай, нифига не сзади уже. Поехали. Нормально, нормально, нормально. Все, пучком.
разорвали к хренам. Вообще к хренам. А могу ли я? Тихо, не взрывайся. Падай, падай спокойно, спокойно. Я положу тебя. Все, что было в зоне, как его, доступа. Видишь, как умно. Умно, блин, сделано. Смотри. А вы думали? Стрелка. Да я вижу стрелку, что ты. Там же стрелка была даже. Поход для дебилов, которые не понимают, куда идти. А я там, кстати, все смотрел. А то ощущение, что я там... Походу мне эту взрывчатую хрень надо было сюда принести. Ай-яй-яй. А чего у вас так много-то? Блин, они стыкуются. Я вот бомбочку сюда подтяну, да? Не? Это же для этого нужно? Не взрывайся. Спасибо. Ну, один остался. А, ты не услышал ничего, да? То есть ты услышал, но ты не понял. Дай я тебе ясность введу в твой бесподобный никчемный мозг. Вот так вот. Ты услышал, как твоих корешей, короче, взорвали. Ну, не понял кто. Молодец. Не понял, кто это сделал, не понял, откуда это сделали. Хорошо, хорошо. Стой. Не-не-не, это я себе. Вот хилочка. Ну я же сзади могу, да? Отдыхайте. Я не взял? А могу сзади? Не? Чувак, подойди, спадай, да не сюда. Да. Я-то думал, что он сейчас прям ко мне придет. Что-то там мне замутит, закрутит. А нет, он молодец. А я пока что по проводам иду. Да спокойно ты, спокойно, спокойно, спокуха. Не сдох? Понял, вот сейчас сдох. Дай, перезаряжусь. Дай, мне патрон нужны. Ты что, там один патрон был? Это неправильно. И давай, второй удар, и третий удар, и вообще красавчик. Поехали, поехали, раз. Да не бей ты меня, блин. Да, подыхай, как ты? Ну, пошел. Разошлись. Они прям разошлись, прям. Да перезаряди ты. Чё там теребонькает, когда мы его бьем? Там... И непонятно, вообще непонятно, что там случится с... Что, где, когда, как, почему? Иди сюда, пошел. Там вас много, да? А еще есть? Я могу так, бесконечно. А, я понял, далеко было. Ой, как вас много. Стой. Стой, кому, да не бей ты. Там они без головы, блин, ходят. Как это понимать-то? Тихо, парни. Я отойду. Ты это, не кипишуй. Ты где голову потерял-то? А, не надо было его трогать. А, я попал по нему. Спокойно. Хилочки у вас будут, ребят? Хилочки, а я ищу хилочки. Поделитесь. Будьте добры. Не? Ну? Да, это плохо. Это плохо, потому что... Ну, потому что это плохо. А, потому что мне придется вот это вот использовать. Давай. Фу.
Нормально, нормально. Главное, что мы как бы не каждый раз погибаем вот при таких случаях. Правильно смастерил то, что взял эту взрывчатую, как его стоять, бомбу. И взял ее поближе, это очень правильно было. Новый, хорошо, это вот мне денег даст. Преобразователь энергии. Я очень надеюсь, что эти штуки не понадобятся для какого-то крафта. Очень надеюсь. Так, питание сюда идет, да? Ну я же типа по проводам иду, но... Да, вот они сюда и уходят. О, круто. Где? Да-д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 а
Напоминает мне Fallout Shelter, кстати. Плакатик. Однако. Иди сюда. И... забираем. Молодец. Забираем. Красота. Вообще красота. А здесь, друзья мои, здесь мы с вами будем продавать. Продавать будем... А чё так мало? Почему 200? Почему 200? Это 10. Здесь 150. Нет, другие вещи продавать не будем. Уходим в перчатку. Перчатка... вот сюда. А, 2700 нужно. Ага, ну я вернусь, короче, если что. Если что, я вер... так, я оттуда пришел, да? Не? Да. Короче, главное, чтобы здесь дорога была открыта, чтобы я мог вернуться, если вдруг кого-то еще завалю. Нашел генератор. Надеюсь, он работает. Конечно, работает. Ты че? Ну, пошли. С Богом. Да, молодец. Молодец. Но мне сюда нужно было, да? Не? Почему генератор там, а я иду через какую-то жопу, блин, я не пойму. Почему это в такой большой обход? Нельзя как-то напрямую пойти туда прям хренась и, я не знаю, я могу же управлять этими... вот могу же сюда прыгнуть, не? А нет, нужно... могу? Не, там ящик был. Да все как обычно. Все по классике. Берешь, обходишь все это вот всеми сторонами, возможными и невозможными. Потом ты мучишься, погибаешь там 100 раз. И нормально все. Типа нет. Ну давай вниз, что ли. Короче, единственный вариант, да? Спуститься еще ниже. А куда? Ой, откуда, где, кто, почему, зачем, куда? Как это так? Падай. Да где ты? Где-то хрень. А, ты еще тут? Разберусь. Да не трогай ты меня, блин. Стоять, стоять. Да где патроны? Убери, убери пистолет другой. Сейчас нормально будет, сейчас нормально, 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 держимся, держимся. Чуха, держимся, Гамурю, держимся. Я не отдамся. Мудила. А еще один. Да. Я же говорю, держимся, держимся. Ой, патроны в дробаше закончились. А он перезаряжает их очень долго. Очень долго. Прям здоровья мне не дали, да? Молодцы. Молодцы. Я смотрю, патроны тоже заканчиваются. Кстати говоря. Не понял? А почему здоровье не полностью мне добавили? Это как понимать? Это вообще как понимать-то? Бракованный пистолет был, что ли? Так, друзья, я что-то не пойму, не втыкаю. А почему у нас не до конца как его, заливается здоровье? Очень странная тема. Вообще странная. Я такого раньше не замечал.
Патронов все меньше и меньше, кстати. 12,5 и 12,8. Хотя нормально, терпимо. Так, но дрова все-таки лучше для этих тварей. Протискиваемся. Ху. Сейчас пучком все будет. Но ты видел. Я там не отдал концы. Повезло мне. Стена толстая. Металл толстый. Бульк. Бульк. Я кому говорю бульк. Там много бульк надо делать. Тёха, я не тут. А нет меня здесь. Ты это... путаешь. Чё такое? Да, пошел ты. Так, пошли. К нему. Поднимайся, врасплох. Сейчас меня это возьмет и... давай биться. Биться, кому говорю! Мощный парень. Мощный парень был. Как там говорят? Ключевое слово был, да? Ай, здрезди. Ай, чего? А как с вами биться? Можно вот так биться, да? Можно, можно. Типа, зачем тратиться на них? А, еще, ну иди сюда, ползи, ползи, ползи. Нормально, я такой, знаешь. У меня время есть. Только дайте что-нибудь полезное. Полезное дайте, дайте, дайте. Полезное. Нет? Ну, прям полезное хочу. Ну, тоже полезно. А как много здесь есть шипов. Ага. Не зря ты здесь стоишь. А для чего я сюда вообще пришел? К генератору должен пойти, да? И, то есть мне эта штука понадобится, 100% понадобится. Сюда иди. Поставил. Давай, давай, с собой бери. С собой, с собой, с собой. Я надеюсь, что здесь понадобится, а не там. Я ее оттуда взял. Убрал, то есть. Где? Вылези оттуда. Блин, я ее втоптал в землю, походу. Вот она. Да, она. Тихо, 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 не мандражируй. Нормально, нормально. Блин. Давай с собой возьму. Что была прям на это, на виду. Мысля просто хорошая, да? И работает всегда. Блин, так нифига не видно здесь. Вообще ничего не видно. Фу, спокойно. Сейчас все решим. Я хочу прям включить генератор. И вот тогда вот конкретно будет. Так-с. Там есть подход. Сохранялочка пошла. Почему так темно? Все двери заперты, потому что запитаны к электричеству. Кстати, продавалка. Запитаны к электричеству. Оф. Это что? Блок аккумуляторов для силовой перчатки. Деньги есть? Есть. Сейчас, сначала крафтимся, да? Сначала. А, так нечего продавать, блин. Е-мое. Не, патроны, не-не-не, не будем, не будем. Я рискну. А, бля. Я рискну, блин. Мы таким боком уже рисковали, но. Короче, максимум увеличиваю эту хрень. Не знаю, что это даст, но увеличиваем. Нормально, денег сейчас у меня ноль. The UGC appreciate your product. Что-то там. Хорошо, денег мало. Но перчатка сейчас типа покруче. Я вроде заметил, как бы уже, что она вроде кидает дальше людей. Ну, этих не людей, бывших. И все, всего-то пару кнопочек нажать. Перезапустить переключатель. А вы... игра, а переводить не надо, да? Не? Я понимаю, что у меня с английским проблем как бы, ну, типа нет, да? Но все же. Мусор. Я же
Найти первый переключатель. О, сейчас как пойдет. Эти штуки мне понадобятся. Место есть? Да, хренище. Хорошо, здесь ничего нет. Давайте вам побольше сделаю яркости. Регулировка яркости. Давай сделаю вот так, что ли. Ну, да, получше, потому что в Ютубе нифига не будет видно. Тут и так темно. Спасибо. Так, а как они должны быть выглядеть? Как же здесь много этого шипов? Вот он первый. Логично. Найти второй переключатель. Нифига себе, как это раскаляется. Я в шоке. Здорово, чувак. Да, скорость, скорость, поняли? Насчет скорости, как у нас работает. Хотя, если один, я мог бы и так разобраться с ним, не надо было тратиться. Где вы там ползаете? А, подо мной, да? Где, 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 где? Где? Чё? Где? Почему? Куда? Блин, нифига не понятно. Серьезно? Ты и так можешь? Ну, поехали. Конечно, ты такой дерзкий, 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 давай, дерзкий, 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 совсем дерзкий. И поехали. И вот так. И вот так. Красав. Круто. Расхерачило его прям. Жестко. Отлично, мне нравится. Мне лично, мне прям очень понравилось. Но вопрос. Спуск где-то был? И, а, вот и лестница. Ага, ну так не получится никак, как бы пойти в обход, что-то там сделать. Все довольно туннельненько. Все закрыто, прыгнуть нельзя. Ты можешь пойти туда, где нужно. Ну или... Да? Где спина? Вот... Да не поворачивайся, жуды. Че вы? Я же хочу по-тихому. Первый пошел. Никто не увидел, не услышал. Не поворачивайся! Да, они как бы... Че это такое? Давай туда уйди, туда. Да-да, влево уйди. Да, что ж, твою ж за ногу. Как же они... Непонятно двигаются. Отлично. Сэкономили, считай перчатку. А это важно. А, это второй прям? Прям здесь? Найди третий переключатель. Конечно, сейчас сделаю. Двери даже открываются. Я только рад этому. Не увидели же, да? Не? Давай-давай, иди ко мне. Ты ко мне же идешь. Правильно. Правильно! Хренось! Хренось! Ты тоже меня увидел? Сюда иди! Сюда, кому говорю, иди! Вот сюда, поближе, поближе, поближе! Нормально, сейчас тебя в стеночку впишу. Вот так вот. Впишу, кому говорю. Все. Вопрос решен. Тихо. Ой, как вас много! В смысле? Твою мать! А чё так? Что за фигня, блин? Тихо! Почему так много? Да уйди ты отсюда. Стена, блин. Тихонечко, тихонечко. Мы сделаем это. Сделаем, как говорю. Давай, давай, давай. Бей первый. Да не так, блин. Они слишком близко. Я перчатка не смогу ничего сделать. Короче, хрен с вами. Тихонько.
патроны. Бери пистолет, блин. А если вот так вот голову? В смысле? Без головы даже? Пошли. Я в шоке. Чё-то меня прям окружили прям. А, да-да-да, ну! Понял? Я на одну тычку и падаю. Понимаешь? Я не попал! Не попал. Да подыхай ты. Фу. Жесть. Жестко было, жестко. На грани. Но мы сделали. Сделали прям за один проход. Молодец. Но это херня, блин. Почему так мало? Что изменилось? Очень странно. Вообще странная хрень. Почему не поднимает здоровье полностью? Хрень какая-то. Здоровье не дают. Так, ну я вас типа всех перебил. Там бомбочка есть. Я могу ее типа использовать, да? Кто увидит генератор, этот переключатель? Я его не вижу. Сюда пошли. Все, чтобы я тебя видел. Я отсюда смогу его взять. Ну, в смысле, сверху. Если понадобится. Не пистолет, рабаш бери. Могу? Да. Ну, если понадобится вдруг, да? Реактор номер 3. Питание включено, нужно вернуться к платформе. Запросто. Сейчас уже слишком светло. А есть возврат к платформе побыстрее где-то, не знаю, там покороче? Не знаю, оставить так освещение или все-таки сделать поменьше. Как же они накалены-то, а? Я хрену сейчас вспомню, где эта платформа. А, вот она. А двери закрылись, кстати, вот там вот мы же туда проходили. Джейкоб, ты слышишь? Электропитание только что включилось. Я усиливаю сигнал. Тут было закрыто. Да, я на месте. Я тебя слышу. Теперь иду в колонию. Когда доберусь, свяжусь с тобой. А пока нужно быть тише. Черт, будь осторожен. До встречи. Друзья мои, давайте мы на этом закончим. Электропитание мы включили, и мы должны добраться сейчас в колонию эту. А здесь у нас как бы проблемки те еще. Нас будут бить, кушать, жрать, не знаю, там рвать на части и так далее. Но это все уже в следующей части. Надеюсь, вам все понравилось. Если это так, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал и читайте. Провод смотрится как будто, я не знаю, там Fiber Optic, как оптоволоконная сеть. А вот наши друзья. С вами был Кентавр. Всем удачи и всем пока.